Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области инвестиций, безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также пожелал Трампу успешной работы на благо процветания американского народа. Как прошло одно из самых ожидаемых мировых политических событий года и повлияет ли приход новой власти в Америке на Казахстан? Обо всем по порядку моя коллега Айгерим Муздубаева. Республиканец Дональд Трамп часто становился звездой мировых новостей, как минимум последние 7 лет. Еще будучи 45-м по счету президентом США в 2017 году. Позже, когда проиграл на выборах 2020-го демократу Джо Байдену, далее последовали серьезные обвинения в подстрекательстве к мятежу после захвата Капитолия. Но уже в 2022 году он объявил о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2024-м. Правда, и после этого скандалы вокруг него не прекратились. Год назад его обвинили в сексуальном насилии и финансовом мошенничестве. А летом Трамп и вовсе пережил покушение во время выступления на предвыборном митинге. И вот сегодня, набрав предварительно 277 голосов выборщиков и обогнав свою соперницу Камалу Харрис более чем на 5 миллионов голосов, Дональд Трамп объявил себя новым президентом Америки. Бог пощадил мою жизнь не просто так, а чтобы я спас нашу страну и вернул Америке величие. Очевидно, что это политическая победа. Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом. Напомню, оппонент Трампа Камала Харрис ворвалась в президентскую гонку всего 3 месяца назад. Ранее на пост лидера США от партии демократов метил Джо Байден, планируя остаться на второй срок президентства. Борьба между давними соперниками на протяжении 9 месяцев была насыщенной на взаимные обвинения и оскорбления. По такому же сценарию схватка продолжилась и между Дональдом и Камалой. По словам демократки Харрис, Трамп фашист, он все более нестабилен и негоден для управления страной. Дональд Трамп со своей стороны назвал Харрис угрозой для демократии. Их предвыборные кампании обещали американцам лучшую жизнь. Но если Харрис заявляла, что продолжит политику Байдена по предоставлению помощи Украине, то Трамп обещал прекратить ее конфликт с Россией. Я не вижу прямого влияния именно политики США на Казахстан. Я думаю, что здесь более важно в том, что Казахстан всегда играл стратегическое значение для любой администрации президента, для любой администрации в США, да, в связи с нашим географическим положением, более важно, наверное, в сегодняшних реалиях. Четкая картина будет понятна ближе к инаугурации 47-го президента США 20 января. Пока прогнозы о дальнейшей геополитической ситуации делать рано, говорят казахстанские эксперты. Тем временем Дональд Трамп продолжает получать поздравления от мировых политиков. Харрис со своей стороны лишь готовится обратиться к американцам. В штабе демократов подчеркнули, что хотят дождаться подсчета всех без исключения бюллетеней. Официальные результаты должна объявить коллегия выборщиков 17 декабря. Айгерим Муздубаева, Первый канал, Евразия.